Звонили главе Центра избиркома России Элле Памфиловой с просьбой прокомментировать эту абсурдную ситуацию. На наш звонок председатель ЦИК ответила. Мы спросили у нее, почему у нас в крае возникла подобная ситуация. Режим самоизоляции продлили, но при этом нас призывают идти на голосование 1 июля. Это массовое мероприятие. Что нам делать в этом случае? И будут ли нас штрафовать, например, за нарушение самоизоляции? Памфилова сказала, что комментировать ей пока нечего. Я знаю, я посмотрела, поскольку для нас это, ну, скажем, неожиданно, насколько я знаю, и тоже наш, ну, скажем, председатель тоже для него это все было неожиданно, поэтому сейчас пока даже мне сложно комментировать, поэтому мы пытаемся сейчас изучать документы и разбираемся. Но ведь, однако, нас всех вот призывают идти голосовать за поправки, как нам быть? Послушайте, я сейчас не могу комментировать, я сначала должна разобраться. Я вам говорю, что для нас это неожиданно. Я хочу посмотреть документы, понять, что там и как кто, ну, скажем, на основании... С нами никто не согласовывал, да? Я это первый раз вижу. Как я могу комментировать? Я пока не знаю, что там и как. Надо сейчас внимательно посмотреть, что предполагается, получить объяснение, прежде чем комментировать. Понимаете?